Приветище! Это Шоубенатика Ниж Нуля. И мы сегодня будем делать с тобой... Знаешь чего? Делать мы будем следующее. Я хочу, короче, построить для нашего морехода аквариум и жилой модуль. Аквариум у нас есть, а жилой модуль нам необходимо найти. И я что-то проголодался. В животе урчит, надо что-нибудь пожрать. Бумеранчик, подожди, иди сюда. Я тебя сейчас сожру, зажарю и сожру. Спасибо. Спасибо, что ты пожертвуешь собой, чтобы выжил я. Это так благородно с твоей стороны. На самом деле он не очень-то хотел, чтобы я его сожрал, но... Он попался. А это значит, что я его съем. О, изучено яйцо какого-то там существа. Как-то я так его изучил, интересно. Мимо, что ли, проплыл? А это что такое? Острый фруктовый салат. Маргарет меня же научила делать салат. Лист растения Престона и лихорадочный перец. Надо будет попробовать его замудрить. Ну а пока я делаю жареную рыбу. Все, рыбу зажарили. Давай пожрем. Все. Сил полно, теперь можем продолжать исследование. Кстати, подожди, вон, я кварц вижу. Нам же еще кварц нужен для того, чтобы сделать теплицу. Помнишь, в прошлой серии я начинал делать теплицу, а там кварц нужен. И еще алмазы нужны. Поэтому надо набирать кучу всего. Алмазы где-то здесь, кстати, тоже возле гейзеров. Нужно в какую-нибудь глубинку, в какую-нибудь расщелину заплыть. И будет мне там счастье. Кварц, кварцовский. Кварценем. Все, я думаю, хватит. У меня уже там полный карман, ага. Сейчас что-нибудь скину в мореход. Точнее, в нашего крабика. Открыть хранилище. А аптечечку на всякий надо забрать. Вот это скидываем. Let's go, искать расщелины. Так, так, так. А это что у нас за фрагментик? Давай-ка выплывем. Эти фрагменты все друг на друга похожи. Фрагмент жил... Жилой модуль штопанный! Ты аж дар речи потерял. Наконец-то я его нашел. Штопоры, и носки заштопанные. Все отлично. Возможно, я здесь еще один фрагментик найду. Вот, например, вон тот. Вот это же тоже от жилого модуля. Пожалуйста, Сколько тут лития, ёпрасоты. Надо собирать. И вот эту вот серу тоже надо забирать. Кристаллическая сера. Блин, дорожечка такая прям куда-то ведет. Да, жилой модуль. Неужели я тебя сейчас соберу? Все, притунин у нас есть. Ох, ёпрасоты. Капец, меня сожрали, прикинь. Да ну нафиг! Вы погибли, потеряли часть вещей. Чё так стрёмно-то было сейчас? Офиг, я вообще не думал, что меня тут кто-то может сожрать. Я спокойненько тут плавал. Слышал, конечно же, крики, но я думал, это так далеко. Какая-то часть меня была потеряна, а именно какие-то вещи у меня выпали. Серу, которую только что я подобрал. И, в принципе, я ничего не потерял, вроде бы. Все хорошечно. Но давай вот сюда, вот в эту расщелинку все равно заплывем, посмотрим, что тут у нас. Еще жилой модуль. Вижу. Опа, она. И вот еще какая-то штука валяется. Давай откроем, посмотрим. Я думаю, что там что-нибудь интересненькое. Главное, чтобы эта фигулина сюда не заплыла. Так, открыть ящик. Что у нас тут? Баллон-ускоритель. И такое есть. Ладно, я посмотрю потом. Это, мне кажется, пригодится. Смотри, сколько тут... Батарейка села в глайдере. Капец. Сколько тут проходиков. Оу! Это что такое? Артефакт архитекторов. Давай отсканим. Посмотрим, что это такое. Модуль теплоротации морехода. Удачненько я заплыл. Устройство возврата еще нашел параллельно. Слушай, чудеснейшим образом я куда-то забредел, отдал свою жизньку, получил жилой модуль и еще кучу всяких артефактов. Еда, нет, батарейка. Батарейка мне сейчас нужна, потому что у нас сел глайдер. И аптечечка. Шикос. Да, но если честно, я даже не знаю, как от этого левиафана можно было отделаться. По-моему, никак, он бы меня всяко-разно сожрал. Интересно, а есть костюм с электрошоком? Чтобы когда тебя левиафан ловит, ты ему электрошоком «На!» И он такой «О, нифига себе, как он умеет!» И просто щемится по углам, и я спасен. Вроде бы здесь все. Пока мы здесь, давай глайдеру батареечку сразу заменим, раз мы ее нашли. Чудесно. Ну и, в принципе, можно чесать отсюда, искать алмазы. Миссию по нахождению жилого модуля мы выполнили успешно. Так,
Ну давай, выплывай, за что-то зацепился. Ну, ё-моё. Давай. Отлично получилось выцепиться. Оу, как темно. Включаем фонари. Ща как выплывет на меня Левиафан за то, что я фонари врубил. И сожрет еще разок. Ого, смотри, куда я приплыл. Искал, короче, алмазы. И приплыл вот сюда, где куча... Ой, это алмаз, нет? Нет. Давай отсканем, что это такое? Сталактиты, нет? Огромные образования кристаллов. Ха! Искал алмазы, нашел кристаллы. Ну ладно, огромное образование морганита. Называется правильнее эти кристаллы. Что мы здесь интересненько найдем? Ранее я эту локацию не видел. Вот мы ищем. Это кварц, блин. Их, алмазики, ну где же... О, этих чувачков мы тоже видели. Каменная личинка светящаяся. Если что, у меня с собой есть кислородный баллон, поэтому не страшно. Один кислородный баллон мы заплываем куда-нибудь вглубь, а другой кислородный баллон мы... Это что такое? Пропульсионная пушка, что ли? Ну, точно, да. Отсканим. А другой баллон, короче, мы используем для возвращения. Ёпа! Не-не-не-не-не-не-не! Каменная... Я прячусь. Я вот так вот прячусь. Хватит меня жрать. Можно отсканить. Прикинь. Чё это за фигня? Иди сюда, подожди, дай я тебя отскану. Отсканить хочу. Да, обалдеть. Вот это капец, у меня сегодня денёк. Сожрать меня хотели. Так, ну почти он это сделал, он почти меня сожрал. Давай вот это вот сожрём. Так. Ну я бы хотел его отсканировать. И у меня это почти получилось, но я чуть-чуть затупил. Чё это? Нефритовая мембрана. Для чего она? Её можно как-то отколотить, собрать? Нет, нельзя. Так, плыть лучше по днищу. Лучше по днищу, чтобы меня никто не схавал, если что. И смотреть по сторонам. О, еще одна пропульсионная пушка. Я понимаю, почему она тут валяется. Она тут валяется, чтобы можно было отбиваться от вот этой фигни черной. Странная штука какая-то. Плавающая тут. Пока что я ее не вижу, она куда-то уплыла. Соблюдайте осторожность. Поблизости существа класса Левиафан. А, так это Левиафан был? Вон он. Ни черта ж себе. Не-не-не-не-не. Где мой сканер? Я тебя отсканирую, но съесть я не дам. Иди сюда, пупсик. Нет. Ну, короче, меня уже сегодня два Левиафана сожрали, да? Но этого я вижу впервые. Вот, я снова здесь. Доплыл до этого же места, вроде бы как. Там пропульсионная пушка лежала. Вроде бы где-то здесь. Вроде бы. О! А вот этот кристаллик можно собрать как-то? Да, вот она, пропульсионная. А, подожди. Фрагмент торпедной установки краба. Вот сюда, вот так вот. Где он? Страшно же, капец. Очень страшно. Ты где? Ага, вон он. Капец, какой он здоровый-то, а! Очень стрёмненько. Ты же меня не видишь, да? Я хочу отсканить просто там одну штучку. Где он? Он вокруг меня плывает. Так, надеюсь, он меня сейчас не сожрет. Я вот так вот спрячусь. Давай. Скорее, быстрее. Так, да, где эта штука? Вот сюда. Руки трясутся, не могу. Страшно, что капец. Нет, ты меня не сможешь сожрать, потому что тут кристаллики. А я к тебе не вылезу в этот раз. Я буду мудрее. Понял? Если что, у меня ножик есть. Смотри-ка, он хочет меня сожрать все равно. Ну так, тебе по хвосту. Так, перебираемся поглубже. Вот сюда. О, краб, привет. У тебя тут еще одна торпедная установочка, да? Я, пожалуй, это заберу. Главное, чтобы он меня не нокаутировал. Он идет ко мне, по-моему. Нет, он не ко мне идет. Фух. Так, ладно. Попробуем спуститься глубже. Глубже. Нашел на свою голову кристаллики. Все, торпедную установку я собрал, и это чудесно. Это очень чудесно. Взять кианит. Давай возьмем, конечно. Там тоже наверху был кианит. Надо его взять, он нам пригодится. Он нам очень пригодится. Так, я пока не вижу эту чудовищную штуку. Кианит, где же ты был-то? Кианит.
Ты где-то тут валялся, я тебя видел. Так, эта херня плывет ко мне. Я слышу ее звук. Да блин, кианит, я же видел, возле торпедной пушки ты лежал. Где-то здесь лежал кианит. Ладно, фиг с ним, с этим кианитом, поплыли вглубь. У нас, кстати, кончается уже потихонечку кислород. То интересно, тут будут какие-нибудь кислородные шарики? Мне бы хотелось. Я уже 620 метров спустился в глубину. И пока еще живу. Медная руда была или какая-то другая. Хочется проплыть как можно дальше и посмотреть, что же тут. Oxygen. Плывите к поверхности. Не-не-не-не-не. У меня есть вот эта штука. Опа. 90% кислорода у меня еще есть. Вон, еще один кианит. Шикарно. Крабик, привет. Так, ну я думаю, что есть смысл уже возвращаться, да? Еще кианит. А это что у нас? Титан. Куча кианита сейчас наберу. И думаю, возвращаться будем. Тут еще глубже можно. Сколько там кианита-то? Капец. Блин, ну ладно, давай сюда еще заплывем. Прям вот хочется, хочется. Что-то тут. Воды какие-то странные. Интересное местечко. Ну все, ладно, выплываем. А то нам обратно вообще не хватит. Плывем обратно. Сейчас еще от испуга кислорода дофига потеряю, потому что там же этот левиафан, он мне не так просто даст отсюда убраться. Он же меня хочет захомячить. К нему же не так часто сюда ужин забегает. Знаешь, в чем прикол? Прикол весь в том, что я немножечко потерялся. Где у нас тут выход-то? Так, так, так. Да, нам вон туда надо. Но, походу, я сейчас смирюсь с тем, что я сдохну. Всплывайте на поверхность. Так я всплываю, вот, плыву потихонечку. А, ладно, давай используем где? Вот эту штуку. Вот так вот, на чуть-чуть нам хватит. Oxygen. Да я понимаю, что кислород, но что я могу поделать? Нам бы сейчас помогли, конечно, эти пузырьки, но их тут нет, этих пузырьков. Все. Здесь я вот приземляюсь и все, и спать ложусь. Короче, я потерял весь кианит, который набирал. И это прям меня не радует. Придется возвращаться за ним. Пупсик, я тебя уже не боюсь. Иди сюда, и дай я тебя отсканирую. Ой-ой-ой-ой. Давай вот сюда вот заплывай куда-нибудь. Я тебя тут отсканирую красивенько. Ну давай, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Где ты там? Я здесь. Я тебя жду. Можно я тебя отсканирую? Вот так вот. Давай. Чуть-чуть осталось. Ну, блин, чуть-чуть совсем осталось. Эх. Пупсичка. Ну, я же тут. Давай, разворачивайся и прямо на меня плыви. Прямо на меня. Вот, красавчик. Красавчик. Ох. Неужели я тебя не отсканирую? Чуть-чуть осталось. Да, теневой левиафан отсканен. Давай почитаем про него. Нет, потом почитаем, потому что у меня кислород кончается. Нам нужно отсюда валить. Так, короче, я доплыл до морехода. На самом деле меня опять сожрала вот эта херня. Теневой левиафан, давай почитаем про него. Данный массивный левиафан длиной более 60 метров, по всей видимости, появился из-за стечения нескольких эволюционных ветвей. Лопатовидная голова, голова теневого левиафана, имеет обтекаемую форму и помогает прорезать толщу воды при приближении к добыче. Под гладкой кожей находится толстая головная пластина, служащая тараном для отпугивания теневых левиафанов-конкурентов в брачный сезон. Сегментированные ноги. Ноги покрыты толстыми сегментами экзоскелета, как у членистоногих. Ноги левиафана используются не для передвижения, для этого служит похожий на лезвие хвост, а для охоты. То есть ножки у него, вот эти вот челюсти, которыми он захватывает меня обычно, это для охоты. Ноги раскрываются, окружая пойманную добычу, подобно клетке, а мощный экзоскелет защищает ткани под ним от повреждений, пока левиафан питается. Биолюминесцентный пищеварительный тракт пасть теневого левиафана ведет непосредственно в пищеварительный тракт, выделяющий на добычу крайне едкую кислоту. Биолюминесцентная полость привлекает фитопланктон, который привлекает рыбу покрупнее. Оценка. Крайне опасный, избегать любой ценой. Ну, да.
По крайней мере, он меня уже сажал 3 раза. Я смог добыть 2 кианита. Надеюсь, мне этого будет достаточно. А я отсюда свалю. Я запомню это местечко, и мы сюда еще вернемся, когда я сделаю модуль погружения для морехода уровень 3. Ух ты, гляди-ка, кто к нам тут приплыл. Привет. Ха, ты меня хочешь сажать, а я сделаю вот так. Ба! Так, стой, я тебя хотел... но я не успею. Хотел тоже вот сканировать. Получила здоровая рыбина по своим ротищам. Короче, я уже доплыл до дому, и, к сожалению, я так и не нашел алмазы. Это прям меня очень расстраивает, потому что не смогу сделать теплицу. Кстати, а почему... А где у меня ножки? Тут же ножки даже... О, появились! Все good, все хорошо. Будем сейчас делать жилой модуль. И, возможно, попытаюсь еще сделать аквариум. Пойдем посмотрим, что там для него нужно. Значит, для того, чтобы сделать модуль телепортации, нам это пока не надо. Вот, жилой модуль морехода. Свинец 3 штуки, сетчатое волокно и пласталевый слиток. Но это не проблема, с пласталевым слитком свинца надо побольше найти. Кстати, если мне не изменяет память, когда я закидывал литий в нашего крабика, там был свинец. Чё произошло? Где это я? Какие-то глюки странные. Да, свинец здесь есть и ровно 3 штуки, обалдеть. Также эмалевый заберем, еще и сетчатое волокно. Отлично, нам получается нужно еще титана раздобыть и сделать из него слиток. Слиток титановый. Но прежде чем мы поедем собирать титан, я предлагаю зайти посмотреть, что у меня там с аквариумом. Хочу поглядеть и с растительностью, у меня же там мини-ферма есть. Так, ты гляди, у меня там уже рыбки плавают, рыбки. Прикольно. Очень круто. О, вода сделалась. Это мне пригодится. Офигенно. Прикольно. Пойдем-ка зайдем к ним. Привет, рыбулечки. Взять как? Голубой тристворник. Дружище, я тебя могу отсканировать и взять. Давай я отсканю и почитаю, кто ты такой вообще. Тристворник – это существо с ярким окрасом и гибким экзоскелетом, покрывающим, на это все лень читать, обладает умственными способностями, чтобы выучить простые команды и научиться трюкам. Ничего себе. Также обладает уникальной способностью демонстрировать эмоции. Неизвестно, является ли это формой продвинутой мимикрии или действительной демонстрации чувств. Как ты мог заметить, у нас вырос огород, это прям чудесно, это великолепно, у нас теперь есть что пожрать, и мы можем сделать себе салатик. Хотя, по-моему, еще... Да, вроде все выросло. Единственное, мне нужно освободить инвентарь. Но я еще хотел вот на этого чудика посмотреть. Зачем я его взял, я не понимаю, конечно. Давай это пополнить запас калорий нужно уже. Салатик делать надо, понимаешь? Так, я его выпускаю. А как с тобой играть? Взять? Прости, я не хотел тебя ударить, пупсичек. Хочешь, я дам тебе тоже ножик, и ты тоже меня порежешь. Ладно, выходим. Больше не хочу никого травмировать. Случайно получилось, вообще не хотел. По поводу салата, значит, и набитого инвентаря. А, яйца же у меня еще есть. Подожди, надо обратно залезть и выкинуть еще яйца. Вот это вот яйцо и вот это вот яйцо. Посмотрим, кто из них вырастет. А теперь нужно набрать листья салата и еще какую-то штуку. А, и перец. Перец нам нужен для салата. Вот этот вот перчик один. И листья китайский картофель, не то. Растение Престона. Давай возьмем одно, и вроде бы как я из этого могу сделать салат. Пойдем поглядим. Или мне листья нужны Престона. Давай-ка попробуем ножиком ударить. Во, да, точно, листья Престона нам нужны были. И теперь я могу сделать настоящий салат, ты представляешь? Сейчас мы этим и займемся. Вот он, салатик. Наконец-то нормальная пища. Обычно фруктовый салат не содержит листьев, однако он является питательным и согревающим. Ну чудесно, хомячим. О, жизненно важные показатели стабилизированы. Но это же чудесно. Возьмем еще один перчик, поскольку у меня еще листья остались, да? И сделаем салат на прозапас. Готовченко. Салатик у нас имеется. Пойдем-ка еще посмотрим, что нужно для зарядных ласт. Зарядные ласты. Полианилин, он у нас есть, комплект проводов не проблема, ласты есть. А тут у нас еще... О! Я могу апгрейдить модуль погружения. Нужен рубин, эмалевое стекло и модуль глубины погружения. Ё-моё. Так, значит, давай-ка мы сделаем модуль погружения 2. И это прям вообще будет круто. Рубин у нас где-то валяется. Вот один. Второй, пожалуйста. Второй, пожалуйста. И вот второй, пожалуйста. Отлично.
Теперь бежим за модулем. И что-то еще мне там нужно было. Так, модуль у нас тут стоит. Дайте мне, пожалуйста, модуль погружения. Спасибо. Батареечки я вытаскиваю, потому что их нужно зарядить. Ты тоже вытаскивайся. Вот так вот. У меня комплект батареек есть там в запасе, прямо на самом мореходе. А эти я сейчас поставлю на зарядочку. Вот чудесно. Итак, я вроде бы все собрал. Да, все есть, делаем модуль погружения уровня 2. А это говорит о том, что мы можем теперь вернуться в кристаллические заросли, где блуждает этот темный левиафан, и просто раздать ему леща электрошоком нашим. Пупсичек ты мой, золотой. Вот тебе модуль погружения уровня 2. 650 метров мы можем теперь погружаться. И сейчас я в тебя оставлю еще батареечки. Вот они. Энергоячеечки наши. Вставляем батареечку. Вот так вот. Чуть не забыл, полианилин у нас же есть. Мы его нашли на Меркурии, и он где-то у нас тут валяется. Полианилин, где же ты? Нет, это не полианилин, это кислота. Давай тогда посмотрим, что там нужно для полианилина. Золото и соляная кислота. Сейчас мы ее тогда и сделаем. Прямо здесь золото... Вот, у меня же золото лежит, правильно? Золото просто у нас вагон. Полианилин у нас теперь есть. Так, и что нам там еще нужно было? Для ласт. Комплект проводов. Сейчас мы их тоже... комплект проводов, по-моему, я не смогу сделать, потому что у нас нету этой. Комплект проводов могу. Я думал, нам нужен коралл, чтобы сделать микросхему. Но нам-то там нужен обычный комплект, правильно? Все, место освободили, ласты кидаем сюда и делаем их зарядными. Теперь они у нас будут заряжать. Чудесно. Обеспечивает беспроводную зарядку ваших инструментов во время плавания. Это же просто шик. Ну а теперь мы отправляемся добывать титан в большом количестве. В принципе, титан я знаю, где есть в большом количестве. Он в шахте. Опачки, не понял, а это кто у нас тут? Дохлый пингвин? Эу, дружище, ты что тут забыл? Это плохой признак. Это говорит о том, что тут загрязнения какие-то. Или он просто от старости того загнулся. Ладно, неважно. Всякое бывает в жизни у пингвинов. Ну, наконец-то это свершилось. Я доковылял. Доплыл. Пришло время доставать нашего крабика. Сейчас я его прямо отстыкую. Давненько я так не делал. Через компьютер, через планшет. Все, мы его отстыковываем. Вылазим. Опачки. И ищем тут огромные залежи титана и алмазов. Рубинчики. Нужны, забираем. Вот их тут... А, это крабы, я думал, залежи рубинов у нас тут. Это что у нас, залежи чего? Золото. Нет, золото у нас в достатке. А вот титан я, пожалуй, побурю. Ну, это славно, раздробил весь этот камень огромный. А теперь алмазы, пожалуйста, алмазы. Я верю, что вы здесь есть. Прям очень хочется верить, что я их тут найду в большом количестве. Я уже вижу первый алмаз. Это они? Алмазы! Наконец-то я нашел залежи алмазов. А еще я тут нашел какое-то яйцо. Так, давай, короче, бурить. Сколько смогу утащить, столько утащу. Так, меня тут кто-то толкает. Эо, крабик. Отойди отсюда, не мешай мне тут. Достал. Толкается что-то. Да ты посмотри на него, а. А ну вон, пошел. Все, он того. Последний удар был для него критическим. Зато я спокойненько добуду сейчас алмаз. Ну что, я могу нас поздравить. По крайней мере, один пункт сегодняшней нашей программы мы сумеем все-таки выполнить. А именно это сделать жилой модуль для морехода. А у нас тут рыбочка появилась. Вон у нас медузка. Вот у нас вот эта вот акулка. И еще гипнотизер. Пойдем залезем. Гипнотизер нас даже не гипнотизирует, потому что мы слишком большие для него. А я сюда хочу выпустить еще рылохват. Он же живенький у нас. Живенький, пускай тут плавает. Ну все, наконец-то, жилой модуль. Как долго я тебя искал. Как долго я тебя хотел. Давай, делайся же. Прикольненький. Выделяется от всех других модулей.
У него еще и стекло будет, что ли? Надвигается опасная погода, ищите укрытие. Сейчас будет у меня укрытие в жилом модуле на мореходе. Офигеть, он стеклянный. Вот поэтому и нужно было эмалевое стекло. Красиво. Четко. Давай сейчас мы тебя пришвартуем. Точнее, прицепим. Хватаем, значит, модуль этот. И поплыли. Так, ну я думаю, что этот жилой модуль надо закрепить посередине где-нибудь. Сейчас будем отцеплять и перецеплять. Да, я думаю, что посередине ему самое место будет. Или даже не посередине. Так, значит, вот это я отсоединяю. В самом начале сделаем жилой модуль. И сюда вот цепим. Ага. А теперь и оставшиеся штуки. Ну все, нам теперь по-любому нужен ускоритель. Потому что такую длину мореход тянуть будет очень медленно. И очень тяжело. Давай же зайдем и посмотрим на наш жилой модуль. Тут же и кровать должна быть, правильно? Открыть хранилище. Еще одно хранилище. У нас тут пингвины. Пингви-крылики. Маленькие пингви-крылики у меня тут плавают. Совсем миниатюрные. Как маленькие рыбки. А тут у нас что? Открыть хранилище. Пусто. Сюда, скорее всего, могу камни какие-то складывать. Так. А что еще я здесь могу сделать? Например... Смогу ли я повесить на стеночку колонку, чтобы играла музыка? Кто-то говорил, что возможно. Это же жилой модуль, правильно у нас? Ой, я сделал аквариум вместо жилого модуля. Тьфу ты, блин. А где жилой-то? Жилой модуль вот. Три свинца, пласталевый слиток, сетчатое волокно. Ну, как бы я смогу сейчас это тоже сделать. Получается, мы весь план выполним на сегодня. И аквариум, пожалуйста, и жилой модуль. Пласталевый слиток у нас готов. Сетчатое волокно надо посмотреть. Может, у меня где-то в загашнике есть. А сетчатого волокна у меня, оказывается, просто хоть попой жуй. Все, остался только свинец. Пойдем сейчас быстренько его найдем. Ну все, свинец найден. Жилой, значит, модуль морехода. Вот так вот. Блин, ну это капец, какая гусеница у меня мореходная теперь. Она длиннющая, не маневренная будет. Это гусеница. Ну ладно, что поделать. Давай зацепим. А зато это мобильная станция, реально. Можно теперь домой вообще не возвращаться. Все будет в нашем мореходе. Единственное, нужно придумать, как его питать. Потому что нужно же где-то батарейки заряжать. Вот. Так, значит, вот это я отцепляю, жилой модуль у нас будет самым первым. А это я втыкаю. Вот так вот. И сразу все зацепил? А, нет, не сразу. Ну-ка, цепляйся давай. Че, не цепляется? Че, максимум, что ли? Уа, зацепилась. Я уже думал, нифига себе, максимум всего... Сколько? Раз, два, три, четыре, четыре прицепа. Но пять, теперь у нас есть пять. Я думаю, можно сделать больше. Ну-ка, жилой модуль, как он выглядит? О, установить изображение можно, гляди-ка. Вот, например, такое или... Это мои фоточки, между прочим. Такие себе фоточки, вот это красиво. Загрузить. Вон, все, смотри. Теперь у нас тут есть изображение, а вот и музыка. Включить, пожалуйста. Да, я мечтал о музыке в мореходе, теперь она есть. Спать. Давай попробуем. Кровать какая модная. Ну что, я нас поздравляю. Сегодняшний план у нас выполнен. Мы хотели аквариум, мы хотели жилой модуль, и все это теперь у нас есть. И просто круто. Давай попробуем поплавать. Ну, в принципе, нормально, сойдет. Но ускоритель все-таки сделать нужно будет, обязательно. Ну, а на сегодня это все. Если тебе понравилась эта серия, то не забывай ставить лайк, подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующую крутую серию. Ну, а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видосике.